Дом не может считаться жилищем человека, пока в нем нет пищи и огня не только для тела, но и для разума, считала американская писательница Сара Маргарет Фуллер. Мы начинаем розыгрыш 291-го тиража жилищной лотереи. Наполнить свой дом уютом – это мечта каждого человека. И для того, чтобы у кого-то эта мечта стала реальностью, сегодня в жилищной лотерее мы разыграем 15 загородных домов и множество денежных призов. В лототроне останется всего 3 шара. Это значит, что выигравших будет больше. И мы приступаем к розыгрышу сегодняшнего тиража. Призовой фонд 291-го тиража составляет 37 867 800 рублей. Накопленный суперприз – 36 миллионов рублей. Желаем всем удачи и запускаем лототрон. Призовой фонд первого тура – 210 тысяч рублей. Напоминаю, что подробно ознакомиться с правилами жилищной лотереи вы можете на сайте stoloto.ru и на лотерейных билетах. Мы ждем первый шар первого тура. Номер 26. 39. Номер 39. 41. Номер 41. 68. Шар номер 68. 3. Номер 3. 25. Номер 25. 23. Номер 23. 76. Номер 76. И стоп игра. Стоп игра. В первом туре жилищной лотереи выиграли 3 билета, приобретенные в Томской области, Москве и Санкт-Петербурге. Каждый из победителей выиграл 70 тысяч рублей. Поздравляем вас и переходим во второй тур. Со второго тура начинаем разыгрывать 15 загородных домов. Запускаем лототрон. Номер 13. Внимание! Следующий ход 10. Сейчас по правилам жилищной лотереи может быть разыгран накопленный суперприз в размере 36 миллионов рублей. Мы ждем 10 шар. 57. Номер 57. Накопленный суперприз жилищной лотереи сегодня не разыгран. Это значит, что накопленный суперприз переходит в следующий тираж. Мы продолжаем второй тур. 16. Номер 16. 78. Номер 78. 15. Номер 15. 85. Шар номер 85. 36. Номер 36. 45. Номер 45. 30. Номер 30. 29. Номер 29. 61. 61. 54. Шар номер 54. 14. Номер 14. 81. Номер 81. 47. Шар номер 47. 28. Номер 28. 60. Шар номер 60. 53. Номер 53. 22. Номер 22. 18. Шар номер 18.
48. Номер 48. 87. Шар номер 87. 65. Номер 65. 33. Номер 33. 51. Шар номер 51. 1. Номер 1. 80. Шар номер 80. 71. Номер 71. 40. Номер 40. 35. Номер 35. 8. Шар номер 8. И стоп-игра! Стоп-игра! Во втором туре жилищной лотереи выиграли два билета, приобретенные в Республике Башкортостан и Вологодской области. Каждый из этих победителей становится обладателем загородного дома. Поздравляем вас! И переходим в третий тур. В третьем туре продолжается розыгрыш загородных домов. Запускаем лототрон. Номер 31. 59. Шар номер 59. 46. Номер 46. 84. Номер 84. 50. Номер 50. 38. Шар номер 38. 5. Номер 5. 32. Шар номер 32. 83. 83. 88. Номер 88. 11. Номер 11. 58. Номер 58. 69. Шар номер 69. 55. Номер 55. 74. Номер 74. 89. Номер 89. 27. Номер 27. 21. Шар номер 21. 63. 63. 10. Номер 10. 75. Шар номер 75. 9. Номер 9. И стоп-игра! Стоп-игра! В третьем туре удача сопутствовала нашему участнику из Свердловской области. Ваш выигрыш – загородный дом! Принимайте поздравления! В четвертом туре продолжается розыгрыш загородных домов. Запускаем лототрон. 42. Номер 42. Стоп-игра! Стоп-игра! В четвертом туре выиграл один билет, приобретенный в Пермском крае. Вы тоже выиграли загородный дом, и мы вас с этим поздравляем. В пятом туре продолжаем розыгрыш загородных домов. Запускаем лототрон. 12. Номер 12. Пятый тур продолжается. 44. Шар номер 44. Стоп-игра! Стоп-игра! В пятом туре выиграли два билета, и оба из них были приобретены в Москве. Каждый из победителей выиграл загородный дом. В шестом туре продолжается розыгрыш загородных домов. Запускаем лототрон.
56. Номер 56. Стоп-игра. Стоп-игра. В шестом туре выиграли 3 билета, приобретенные во Владимирской, Нижегородской и Белгородской областях. Каждый из этих победителей становится обладателем нового загородного дома. В седьмом туре продолжается розыгрыш загородных домов. Мы запускаем лототрон. Номер 77. Стоп-игра. Стоп-игра. В седьмом туре выиграли 3 билета, приобретенные в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Москве. Каждый из этих победителей становится обладателем загородного дома. Мы продолжаем розыгрыш загородных домов. И вновь запускаем лототрон. 73. Номер 73. Стоп-игра. Стоп-игра. В восьмом туре выиграли сразу 7 билетов. Стоимость оставшихся на сегодня 3 загородных домов делится между победителями. Таким образом, каждый из них выиграл 300 тысяч рублей. Сегодня было разыграно 15 загородных домов. Сейчас мы приступаем к розыгрышу оставшегося денежного призового фонда. Размер выигрыша вы будете видеть на своих экранах. Запускаем лототрон. 90. Номер 90. 7. Шар номер 7. 82. Номер 82. 49. Номер 49. 19. Шар номер 19. 62. Номер 62. 4. Шар номер 4. 79. Номер 79. 2. Номер 2. 24. Шар номер 24. 72. Номер 72. 34. Номер 34. 86. Шар номер 86. 6. Номер 6. 52. Номер 52. 20. Номер 20. 66. Номер 66. 70. Шар номер 70. 37. Номер 37. 67. Номер 67. И стоп-игра. Стоп-игра. Это был последний ход сегодняшнего тиража жилищной лотереи. В лототроне осталось 3 шара. Это шар номер 17, 43 и шар номер 64. Эти номера зачеркивать в своих билетах не нужно. Проверьте, если ни одного из этих номеров в вашем билете нет, это значит лишь одно. Вы выиграли! 291-й тираж жилищной лотереи завершен. А сейчас пришло время подвести итоги сегодняшнего тиража. Итак, сегодня в жилищной лотерее выиграло 223 690 билетов. Всего было разыграно призов на общую сумму 34 867 800 рублей. Накопленный суперприз следующего тиража составляет 39 миллионов рублей. Друзья, в следующем 292-м тираже жилищной лотереи мы разыграем 10 квартир и множество денежных призов. Кроме того, вас ждет дополнительный розыгрыш «Вертикаль». Но на этом хорошие новости не заканчиваются. Мы приглашаем вас на новоселье! Уже через неделю, 1 июля, жилищная лотерея переезжает в программу «Свой дом», которая будет выходить на телеканале «Домашний» по воскресеньям в 17 часов 30 минут. И несмотря на то, что 1 июля – праздник у жилищной лотереи, подарки и сюрпризы мы приготовили для вас. Мы вам обещаем, что с нами будет очень интересно. Да. Так что с 1 июля время и место встречи меняются, но жилищная лотерея остается. Подробности вы, как всегда, найдете на сайте stolato.ru и на ваших лотерейных билетах.